Друзья, всем привет! Наступила золотая осень. Я приехал в лес, и сегодня у нас охота на рябчика. Пришел на самое любимое место, где всегда есть рябчики. И никого нет. Либо птицы здесь вообще нет, либо сегодня такой день, когда рябчик не летит и не свистит. Но я думаю, что его просто нет, потому что год назад я был в этом же месте, и тоже была полная тишина. Скорее всего, куда-то немного переместился выводок. Пойдем искать дальше. Смотрите, рябчик вообще не отзывается. Две курочки. Отозвалась три раза. Сейчас вот рябчик подлетел молча. Кажется, я понял причину, почему сегодня птица не активна. Вчера почти сутки шел дождь тут. Птица просто вся вымокла. Я уверен, что здесь рябчика много. В первом месте вот сидел я минут 15, наверное. Полная тишина. Здесь сел. Две самочки отзывалось. Раза три, наверное, все свистнули. И вот здесь рябчик сейчас перелетел. Причем такое впечатление, что он тут и сидел, просто я ему надоел, и он улетел отсюда. Потому что он не подлетал, а просто отсюда взлетел с дерева. И абсолютно неактивная птица. То есть один из факторов, это вот скорее всего то, что очень продолжительное время шел дождь, птица просто вымокла. Сейчас просто сидит, нахохлившись, и греется. Похожу немножко, поброжу по лесу, может быть обсохнет, к обеду начнет свистеть. Пока с утра полный голяк. Те, кто давно смотрит мои обзоры, знают, что на рябчика я использую дробь номер 5 в одном стволе, в другом номер 7. И в зависимости от ситуации, если рябчик сидит недалеко и открыто, я стреляю семеркой. А если в кустах или в ветках, в елках, то я тогда уже пятерочкой бью. С более кучного ствола. Сужение я использую стандартное. Верхний ствол у меня 0,38, нижний 0,76. Обычно ставят наоборот, но у меня привычка нажимать именно так, поэтому ставлю как удобно. Подствольная камера Shotcam. Специально проговариваю, потому что многие говорят, что вот с фонарем. Это не фонарь, это подствольная видеокамера. К сегодняшней охоте заблаговременно подготовился. Места, маршрут протоптал. Вон у меня сделана лавочка специальная, чтобы сидеть, свистеть. А вот не летит сегодня рябчик. Ну, вот солнышко уже вышло. Надеюсь, что сейчас птица обсохнет и ближе к обеду начнет свистеть. В любом случае, у меня сегодня по планам охота на рябчика. Так что рано или поздно, но я его возьму обязательно. Уже второй час по лесу хожу. Просто везде тишина. Пару раз вальшнепов спугивал.
и все. А так лес идеальный. Погодка, солнышко, небольшой ветер. Листики желтые, подрос такой хорошенький. Нижний слой, средний, верхний. Все для рябчика. А он сидит и не свистит. Есть рябчик-то, причем я точно знаю, что есть, но нет. Уже третий час. Хожу, маню, свищу рябчика. И вот услышал первый свист самца где-то далеко-далеко. Будем пробовать манить. По земле прибежал, ни разу не отсвистывая, смотрю, бежит. Завалил я его. Завалил. Сижу, вдруг слышу, перелетел. Ё-моё, смотрю. И опять, раз, прибежал, короче, петушок. О, вот не свистит нифига. А прилетел, точнее, прибежал. Смотрю, чешет такой. Бежит. Встал. Очень важно вот при такой охоте, когда рябчик не свистит, очень важно слушать. Я услышал, вот он, когда перебегает или перелетает, вот примерно такие звуки издает. Похоже на сигнал тревоги. Ну вот. И когда подлетает, тоже такие еле-еле слышные звуки. И вот даже при этом ветре я услышал его, повернулся. А так бы с другой стороны глядел, он подбежал бы, увидел меня и свалил. А тут не свалил. Так что наша охота состоялась. А то я уже начал переживать, потому что сегодня я никаких с собой припасов не взял. В надежде, что буду суп из рябчика есть. И тут вот уже 3, даже, наверное, уже 4 часа хожу по лесу. Ну, просто ни в какую. Ну, нет, и все. Так что без обеда я не остался. Но сейчас уже полегче, поэтому пойду еще погуляю. Видимо, все-таки рябчик пообсох немножко, все-таки ветерок поднялся. И уже как-то реагирует. Хоть оно не свистит, но, по крайней мере, на манок я свой трофей выманил. Так что, с полем. Семерочка. Расстояние тут было небольшое, метров, наверное, 15. Открытое место. Еще у меня один патрон семерки остался, поэтому есть вариант еще одного рябчика добыть. Ну и даже не разбило его нисколько. Я так поверху старался стрелять, чтобы его не сильно его разбило. Вот. Но еще раз повторюсь, на коротке и на открытом пространстве семерочка. Если по веткам или подальше, то пятерочка. Самочка отсвистнулась. Кстати, очень часто замечаю, на разговоры, на какой-то неестественный шум рябчики начинают свистеть и отзываться.
хватит с этого места. Я очень редко больше одного рябчика с места стреляю. Поэтому не будем отступать от наших правил. Другой раз приду, даже скорее всего не в этом году, а выводок здесь. Очень хорошее правило, и я его стараюсь придерживаться. Кто смотрит мой канал, наверное, помнит, как у этой плотины в прошлом году зимой мы с Димоном хотели поймать бобров, но провалились сначала сами под лед, Дима провалился, потом вездеходом провалились, копались. Тут провалились, на лед заскочить не можем. Колеса заморозили, короче, бобры нас выиграли. В этом году я подготовился. Так как воды мало, на этой плотине бобров нет, но я прошел вверх. Буквально 200 метров плотина, свежие выползы, просто очень шикарнейшие. А через неделю как раз открытие охоты на бобра. Капканами мне ловить уже неинтересно. Что мне нужно было, я уже из этих бобров нашил, и шубу, и жилетку. В этом году буду охотиться с ружьем, хочу поохотиться, с мелкашкой хочу поохотиться. Вот. Ну и... фотоловушку сейчас поставлю там, где они ползают. Попробуем что-нибудь поснимать. Поставил фотоловушку на бобра. Пень вообще трухлявый. Надеюсь, выстоит эту неделю. Вот она, тропа. И вот там вот они под деревом подлезают. По идее, должно все в кадр влезть. Моя охота на рябчика привела меня на выруб. И рябчик отозвался. Хотел сказать, что нашел бобров, поставил фотоловушку на них. Через недельку проверю, ссылочку скину. А тут рябчик свистнул. Тогда сейчас камеру вешаем и идем за вторым. Пока занимал место. Рябчик еще два раза отозвался. Показалось, что один с земли спорхнул. Сейчас будут манить. Перелетел. Увернуться пришлось, но завалил. Вон еще один полетел. Две штуки по земле вот так вот пробежали. А этот оттуда прилетел. Есть. Пойдем смотреть. Семерочка. Все, осталось. Пятерки осталось. Два патрончика. Сгодится. Можно еще одного рябчика стрельнуть. Это вот на этой елке сидел. Да, тут где-то. А, вот он. Все, дошел. Вот. Еще один петушок.
уж уходить стал. Два слова сказал, и рябчик, видимо, на мой шум. Хотя до этого я тут свистел долго. Пока место занимал, из-под ног еще один взлетел. Где-то рядом сидел. Два раза свистнул, этот сразу же прилетел и по земле побежал, побежал, побежал. Друг с другой стороны, смотрю, еще один прибежал по земле, но вообще неудобно с правой стороны. Я туда даже сильно и не смотрел. А этот иногда так, такой сигнал подает, видимо, меня засек. И тут с той стороны еще один прилетел. Четвертый получается. 2-0. Можно сказать, охота на сегодня состоялась. Так что всем ни пуха, ни пера. Вот видите, как я и говорил, просохла погода. Ветерочек выдул, все, сейчас в лесу совсем сухо. Вон, бродни разгибало, они уже вон, все сухие. Хотя с утра ходил, все мокро было. И рябчик стал отзываться. Прилетать, прибегать. Поэтому, даже если в лесу мокро после вчерашнего дождя, ну, походите немножко. Сейчас вон время обед. Вроде бы особо свистеть и не должен. Но он-то тоже соскучился, уже целый день не свистел, не летал. Раз и прилетел. Все, 2-0. Хе-хе-хе. Друзья, я так подумал, много ли человеку нужно для счастья? Выбраться в лес, подышать свежим воздухом, добыть свой заветный трофей. Ну, в принципе, и все. Много и не нужно. Поэтому я сегодняшнюю охоту на рябчика заканчиваю. Цели мои достигнуты. Настрелять целый рюкзак у меня абсолютно задач не было. Я всего 2 патрона семерки взял, 2 и добыл. 5, конечно, есть, но пусть она будет. Так что такая вот у меня сегодня получилась охота на рябчика. С утра совсем не свистело. Потом вроде как-то где-то парочку раз самочка отсвистнулась. И тишина. Потом тут ходил пару вольшнепов, спугнул. А здесь уже совсем распогодилось, время обед. И я уже когда поставил тут фотоловушку на бобров, пошел уже в сторону дома. И рябчик засвистел. Сел. Тут раз, два, молча. Причем раз, два, три, молча. И этот подлетел тоже молча. А тот отсвистнулся пару раз. Так что рябчики молчуны, самое главное иметь желание, стремление и чуть-чуть подольше подождать, чем хочется. И рябчик прилетел. Прошло еще часика, наверное, 2. Неожиданно нашел местечко. Осинник такой высокий достаточно. Рябчики вообще свистят изумительно. Я еще одного, в принципе, могу стрельнуть. У нас 3 штуки норма в день. Ну, давай я попробую поснимать. Ну, а если позволит, то и добуду. Где-то по земле идет, за спину. Хорошо, если перелетит. Пешком под. Все-таки не выдержал. Переместился на другую сторону дерева. Он меня, скорее всего, увидел. Замолк. Мне нужно шевелиться.
Я как ковбой. Тремя камерами снимаю, одной рукой стреляю. Сидел. Ну, профессор, блин. На земле вот тут. Потом раз, на самую вершинку. Ну, думаю, нафиг, не буду снимать. Ой, не буду стрелять. Поснимаю немножко. Высунул физиономию и смотрит, не улетает. Ну, думаю, давай попробую с одной руки. Как-то пробовал, но с двадцатки. С 12-го с одной еще не пробовал стрелять. Но пятерочка выручает. Вот он наш профессор. Кислых щей. Вот он наш профессор. Ну все. Норму я на сегодня закрыл, 3 рябчика взял. Вот такая вот у нас получилась охота на рябчика. Всем спасибо за внимание и до новых встреч. Новое хорошо забыто старое. Сегодня мы будем снова делать суп из рябчика. Прошло минут, наверное, 10, может даже уже 12. Я думаю, что этого хватит. Все, ждем несколько минут. Наш суп из рябчика в лесу готов. Я, правда, ложку забыл, так что будем есть крышкой. Такой у нас получился суп из рябчика. Мясо пускай остывает, а суп я из кружки попью, раз ложку забыл. Что-то быстро сварилось. В прошлый раз минут 20 сварил. Я в прошлый раз не разрезал. Было жестче, а сейчас вообще мяконькое. Не остыло моментально. Это я его удачно приготовил.